Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. Со стоимостью наличия вы можете ознакомиться в описании к этому видео. А теперь давайте перейдем к его распаковке. Открываем коробку. Очень классно упакован смартфон. Чувствуется, что это дорогое устройство. Идет такая вот открытка в коробке. Дальше сам смартфон. Так, сюда. Дальше сам смартфон. Адаптер для зарядки и кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядки. Вот сейчас достанем адаптер. Попробую достать его. Это не так просто сделать. Нужно достать сам смартфон. Вот. И теперь вот так вот пробовать доставать адаптер. Вот, достали адаптер. Выход сверху. Сам адаптер на 1,5 ампера. Дальше еще есть конверт в комплектации. В конверте скрепка для того, чтобы открыть SIM-слот и переходник с USB Type-C на джек для наушника 3,5 мм. А также защитная задняя накладка, пластиковая. Таким вот образом выглядит Mi Mix Designed by Xiaomi, на ней написано. Такая вот черная матовая. Ну, интересно выглядит, чуть позже покажу, как в ней выглядит устройство. Где-то тут их положено, видно, место. И теперь о самом смартфоне. Смартфон сделан из стекла и металла. Сзади закаленное стекло, так же как и спереди. Также сзади находится камера. Двойная камера и LED-вспышка. И датчик отпечатка пальцев. На передней части 6-дюймовый дисплей. Это транспортировочная пленка, на которой вынесена некоторая основная информация об устройстве. Вот. Также на передней части разговорный динамик. И снизу вот фронтальная камера. Находится она вот здесь. Слева слот. Справа кнопка включения и кнопка регулировки громкости. Сверху дополнительный микрофон. Снизу USB Type-C порт, микрофон и динамик. Джека для наушников в смартфоне нет, но есть переходник в комплектации. Давайте откроем слот. Так, где-то тут у меня есть мой ключ, вот он, чтобы тот с коробки не доставать. Оп, открываем. Это слот для двух нано-сим-карточек. Слота для microSD карточки у смартфона нет. Включим устройство. Оцениваем скорость включения и ждем, пока включится. Включился смартфон, открываем настройки о телефоне. Версия операционной системы MIUI Global 10.0, MIUI 10.0.2.0, вот так вот, и Android 8.0.0. Оперативной памяти 6 ГБ, 8-ядерный процессор и внутренней памяти 64 ГБ. Закрываем, давайте добавим яркости, сделаем яркость максимальной. Вот, по дисплею смартфона, как я говорил, он 6 дюймов, разрешение этого дисплея 2160 на 1080 точек, это IPS дисплей, плотность пикселей 403 ppi. Открываем синтетический тест Geekbench 4 и более подробно разберем его технические характеристики. Здесь установлен процессор от Qualcomm Snapdragon 845, 8-ядерный процессор 4 плюс 4, 4 энергосберегающих ядра бодонтактовой частоте 1,7 ГГц и 4 более мощных ядра бодонтактовой частоте 2,8 ГГц. Видеоускоритель Adreno 630, оперативки 6 ГБ, встроенной памяти 64 ГБ. Запускаем тест процессора 845 Snapdragon и увидите сам результат. Так, есть проблемы с подключением к интернету, но я с этим разберусь, увидите уже сам результат теста. Результат теста процессора. 2466 баллов в однодневном тесте, 9098 баллов в мультиядерном тесте.
отличный результат. Видим в рейтинге, это самый лучший результат в этом рейтинге. Рейтинг, конечно, устаревший, не актуальный. И то же самое в мультиядерном тесте. Делаем тест видеоускорителя Adreno 630, также увидите сам результат. Результат теста видеоускорителя 14413 баллов. В рейтинге, ну, аналогично с тестом процессора, огромное преимущество нашего устройства. Закрываем этот тест, так же как и все открытые программы. Ну, вот, закрываем и переходим в следующий тест, Antutu Benchmark. Настраиваем разрешение, запускаем тест, увидите сам результат. Результат теста Antutu Benchmark 266 441 балл. Удалось увидеть 99% пользователей. Давайте сделаем тест функций для начала. Посмотрим, сколько касаний поддерживает тач этого устройства. 10 касаний определяет, отлично. И теперь посмотрим в рейтинге, на каком месте наше устройство. Mi Mix 2S подгружается рейтинг. Сейчас нужно чуть-чуть подождать. Должен уже сейчас подгрузиться. Ну, давайте подгрузиться и продолжим. Результат рейтинга. Antutu Benchmark. Вот подгрузился рейтинг. Наше устройство на 11 месте. 266 тысяч результат. Мы набрали меньше, чем в среднем набирает Mi Mix 2S. В среднем он набирает почти 270 тысяч. В общем, примерно на 9 месте находится наше устройство. Плюс-минус. Закрываем Antutu Benchmark. Переходим к следующему тесту. Это игровой тест. И запустим для этого тяжелую игрушку. Асфальт 9. Посмотрим, как она работает на устройстве. Запускается Асфальт 9. Оценим скорость включения. Загрузилась игра. Так, быстро это пропускаем и сразу переходим к игровому процессу. Вот, загрузилась игра на отличной высокой графике, максимальной. Работает очень плавно. В принципе, такая же ситуация ожидается во всех тяжелых игрушках, что на отличной графике, и при этом все будет работать плавно. В общем, без проблем идет Асфальт 9. Также сделаю отдельное видео по играм, где запущу Assassin's Creed Identity GTA Sunrise и PUBG Mobile. В скором времени это видео появится на канале игровое. Кому интересно, сможете его посмотреть. Теперь идем дальше. Давайте покажу, как смартфон выглядит вот этот вот чехле, который идет в комплектации. Вот. Надели. И таким вот образом это все выглядит. Достаточно стильно смотрится.
Вот, теперь о камере. Основная камера устройства двойная 12 плюс 12 мегапикселей, а фронтальная камера, вот то, что находится снизу, 5 мегапикселей. Теперь я покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства, выведу их на экран, сможете оценить их качество.